Всем привет из Вены, с вами снова Денис. Сейчас направляюсь на базу, куда свозится гуманитарная помощь. Она находится во втором районе Меттернихгассе. Адрес, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Если кто-то меня смотрит из Вены, из Австрии и может чем-то помочь, медикаменты, детское питание, разные средства гигиены и все остальное, друзья, можете сразу сюда привозить. Здесь есть много волонтеров, которые вам помогут это все рассортировать, все сделать. И отсюда мы потом это направляем, друзья, дальше уже большими автобусами. Или, возможно, будут уже грузовики или фуры, если в ближайшее время мы их найдем. Будет все это отправляться, друзья, в Украину. Сегодня ожидается, сейчас через полчаса, грузовик с детским питанием. В группе запостили, что все, кто могут, подойдите. И я вот иду сейчас помочь, чтобы, ну, разгрузить, отсортировать, упаковать заново, наверное. И, возможно, сегодня будет машина также в Украину. Один автобус уходит. Ребята все работают. Идет сортировка. Борщ. Бар. Борщик. Бесплатный здесь бар. Водка. Здесь вино. И ребята молодцы. Привезли две огромные кастрюли борща. Здесь все занимаются своим делом. Игнорируют борщ. Игнорируют борщ. А борщ между тем остывает. Да. Супер. Здесь идет работа. Работа идет полным ходом. Все сортируется, все делается. Здесь детское питание. Памперсы, видите, все, что необходимо. Памперсы. Детское питание. Продукты. Разные средства гигиены. Вот. Вот такие вот вещи, да? Медикаменты нужны, обязательно нужны медикаменты. Смотрите, ребята, сколько борща. Вот это да, молодцы. Сколько? 40 литров? Молодец. 17. Ты сам варил, нет? Жена варила. Жена? А это твоя жена? Да. Супер, супер, молодец. Молодец. А как зовут? Даша. Даша. Вот Даша, представляете, Даша привезла борщ. Даша у нас из Санкт-Петербурга и помогает, помогает, молодец. Чтобы никто не остался голодным. Абсолютно. Ну як, борщик? Прекрасно. Смачно? Очень. Ну классно, супер. Теплый, нормальный. Прекрасно. Вот, посмотрите, сколько люди навезли гуманитарной помощи. И это уже сегодня поехало 2 или 3 машины. Посмотрите, сколько много. Ребята, борщ остывает. Вот уже пирожки подоспели. Пирожки вообще не зря. Вот, такие красивые, вкусные пирожки. Друзья, смотрите. А борщ, какое здесь борщ, движение, а борщ какой, просто супер. О, какой борщик красивый, вообще и тарелочка такая, да. По теме. Короче, здесь ребята работают, но и также очень хорошо потом питаются. Здоровой домашней пищей, очень круто. Смотрите, что здесь творится позади меня, сколько много людей, все собрались и все помогают. Молодцы. Респект и уважуха. Как тебе борщ? Борщ шикарный. Шикарный? Очень вкусный. Супер. Да. Все уже поели. Еще смотрите, сколько осталось. На завтра. Здесь пусто? Да какой пусто? А нет, тоже есть? Тут вегетарианские. Вегетарианцы. Ничего себе. Мало. То есть здесь получается два сорта. Два сорта? Для вегетарианцев и для мясоеда. Нормально. Для мясоеда, да? А это что за мясо? Говядина? Конечно, говядина. Говядина. Супер. Вот ребята молодцы, представляете, сделали борщ и привезли сюда накормить всех людей. С Нижней Австрии. С Нижней Австрии. Молодцы. Так, ну что, Оль, пробуй борщик.
уставшая. Найсмачнейший. Представляете, ребята, вот. Мясо. С мясом, да. Очень вкусно. Вкусно, очень. Да? Спасибо нравится. Огромное, ребята. Еще сколько борща осталось? Это будет на завтра.